Представляем торговую марку Буран. Котел длительного горения 20 киловатт на выставке теплового оборудования Киев 2016 год. Какая длительность горения на дровах и на угле котла Буран 20 киловатт? На дровах длительность горения до 30 часов, на угле до 5 суток. Какой принцип работы котла? Принцип работы сверху вниз. Топливо горит сверху вниз. С какого люка и в какой последовательности загружается топливо в котел? В нашем котле есть три двери для более удобной загрузки. Первую загрузку мы производим с средней двери для максимально плотной загрузки топлива, чтобы не просто набросать, а максимально можно было укладывать. Вот как видно на котле. Потом мы дверку закрываем и делаем дозагрузку топлива через верхнюю дверку котла для максимально плотной загрузки. А какой путь дыма и как происходит максимальная теплоотдача котла? Дым по мере прогорания топлива поднимается вверх котла и уходит через дымоход. Максимальная теплоотдача происходит тогда, когда котел входит в режим работы. Когда полная загрузка топлива, сколько из заявленных 20 киловатт выдает котел? Когда полная только загрузка, растопили котел? Только растопили. Ну, выдает поначалу там 5 киловатт, через 5 минут 10 киловатт, через 15 минут 15 киловатт, и через 20 минут, 15-20 минут он полностью входит в режим работы, выдает 20 киловатт. Когда топливо заканчивается, сколько киловатт котел выдает? Ну, где-то приблизительно по 10 киловатт. Какой вес котла? Вес котла 240 килограмм. Какая толщина стали теплообменника? Внутренняя рубашка 4 мм, наружная 2,5. Сколько лет гарантии на прогорание или коррозию теплообменника? От завода-изготовителя 2 года гарантии на котел, при условии сервиса 5 лет гарантии. В наших котлах в этом году начали мы использовать чугунные горелки. Можно увидеть, намного дольше срок эксплуатации горелки будет в сравнении с нержавейкой. Производятся ли промышленные котлы бренда Буран? Производятся котлы, называются Буран Экстра. Мощность от 100 кВт до 1,5 мегаватта. Есть как с ручной загрузкой, так и с автоподачей. Какого производителя используете автоматику в котлах Буран? Автоматику используем Протон. Какая гарантия на автоматику Протон? На автоматику гарантия 5 лет. Какая процедура отработки по обращению по гарантии? Если у человека сломался котел, что ему делать? В паспорте есть номера сервисной службы, он обращается в сервисную службу торговой марки Буран. Он звонит, ему говорят, что у меня сломался котел, что ему говорят? Первое спрашивают, кто устанавливал котел. В паспорте прописано, если котел установила организация, которая не имеет лицензии, котел на гарантию не становится. Если котел провела организация, которая имеет лицензию, сервисная служба Буран выезжает на объект и устраняет все поломки, которые связаны с котлом. Видеосъемку мы вели с выставки теплового оборудования город Киев, 2016 год, Акватерм.